Депутаты собрались на внеочередное заседание городской думы, чтобы внести изменения в бюджет города. Доходной части городской казны они не коснулись, зато некоторые расходы перераспределили. В первую очередь выделили 14,4 миллиона рублей на ремонт школы номер 50 в Заволжском районе. По старому зданию, старое здание школы 50, забор с коммерческим, которое хотела сделать нам в качестве подарка, но, к сожалению, не рассчитала свои силы и выполнила только часть работы. Я ушел. А 1 сентября у нас уже уход на сумму. И просто эту школу не может состоять с четвертью. Поэтому направить средства на ремонт школы придется из городского бюджета. В учебном заведении завершат ремонт фасада, обновят входные группы и установят систему видеонаблюдения. Кроме того, 12,5 миллионов рублей депутаты перенаправили на капитальный ремонт котельной в поселке Химинститут. Она обслуживает 48 многоквартирных жилых домов, учреждения здравоохранения, образования и культуры поселка и нуждается в ремонте котла. Провести работы необходимо в ближайшее время. Эксплуатировать оборудование в его нынешнем состоянии, по данным экспертизы, можно только до 14 сентября, а в ноябре уже должен начаться новый отопительный сезон. Средства на оба ремонта выделяли за счет сэкономленных ранее. Это стало возможным благодаря снижению ставок на госторгах. Например, на строительном контроле по новой школе в Брусилово сэкономили более 9 миллионов рублей. Также в бюджете остались средства, запланированные на обустройство детского сада на 80 ясельных мест. Его предполагалось разместить в готовом здании, но помещение, которое соответствовало бы всем санитарным и пожарным нормам, не смогли найти. Поэтому финансировать проект не пришлось. Но детский сад в городе все равно появится. Ну, у нас запланировано строительство нового детского сада, идет к этому подготовка и начало работ, мы думаем, начало вот сейчас с января 2019 года, поэтому вопрос с ясельной группой детского сада, он на особом контроле, и поэтому я думаю, что здесь будет все процесс и развития, и строительства ускоряться. Новый детский сад должен появиться в микрорайоне Южный. Катерина Рыжова, Илья Харитонов, ТВ Тверь.